Педагоги детского сада «Загоряночка» не могут нарадоваться, ведь не так давно депутат Московской областной думы Владимир Шапкин вручил коллективу денежный сертификат для приобретения необходимых в работе ноутбуков. Век информационных технологий – это не привилегия, а уже своего рода необходимость. И вот они, новые 8 штук, лежат на столе, готовые помочь упростить работу воспитателей. А последние, в свою очередь, думают только о своих маленьких воспитанниках. Мы можем скорректировать, мы можем подсказать, мы можем дать рекомендацию. Тем более у меня есть специалисты для этого. Я думаю, что взаимодействие и вот с кем родителями мы работаем, и те, которые к нам обращаются, всегда остаются довольны проведением этой всей работы. А педагогам школы номер 12 имени Чекалова Владимир Шапкин подарил сертификат на 100 тысяч рублей, которые будут потрачены на информационное табло. 100 тысяч рублей на ваше оборудование. Спасибо. По-скромному, но вам. Спасибо. В подобных встречах важным моментом также является общение представителя власти и работников образовательных учреждений. Происходит диалог, в рамках которого можно выяснить, что волнует наших граждан. Понятно, что когда я бываю в коллективах и получаю эти наказы, я еще помимо этого информируя о своей работе, работе органов власти, области и муниципалитета, а второе, от них получаю проблематику, которую потом анализируют, называется обратная связь. И когда мы формируем программы, когда мы выбираем приоритеты, вот эти встречи, они помогают четко найти вектор. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».